Незаконная охота, тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, другие незаконные деяния, влекущие серьезные последствия. И это еще не весь список правонарушений с использованием незарегистрированного оружия. Охотничьи, спортивные или газовые. В основном оно приобреталось в лихие 90-е и не ставилось на учет. И сегодня находится у граждан, которые не смогут гарантировать сохранность своей огнестрельной собственности. Статистика говорит о том, что не все хозяева своих ружей готовы с ними распрощаться. В 2013 году на территории области было возбуждено 21 уголовное дело, 287 граждан были привлечены к административной ответственности за весь 2013 год. А за полгода, за 6 месяцев текущего года было уже возбуждено 18 уголовных дел. И 147 граждан было привлечено к административной ответственности именно за хранение огнестрельного оружия, в том числе боевого. 26 апреля текущего года в силу вступил указ президента о регистрации неучтенного в установленном порядке гражданского оружия. Данный документ позволил гражданам на законных основаниях зарегистрировать свою нелегальную огнестрельную собственность до 1 июля текущего года. В ходе данных мероприятий гражданами было сдано на регистрацию в органы внутренних дел 114 единиц неучтенного оружия до последующей его, как я говорил, регистрации. Для сравнения, такие мероприятия проводились в 2007 году, и за тот период проведения этих мероприятий было всего сдано для регистрации только 32 единицы неучтенного оружия. Сегодня данное оружие проходит сертификацию на предмет возможности его оборота на территории страны. При положительном результате оно будет поставлено на учет в органах внутренних дел и на законных основаниях возвращено владельцам.